Всем привет! А у меня продолжение. Хлебушек. Вот так он у меня поднялся. Стоял он у меня 18 часов. Какие пузырики. Накрываю бумагой и осторожно переворачиваю. Делаю надрез. Выпекать буду в казане. Казан у меня разогревается. Сейчас я сделаю надрез и переложу в казан. Ну все, хлеб в казане. Закрываем крышкой и ставим в духовку. Вот такой хлебушек сегодня получился. Разрежем его, как остынет. Всем добра! До новых встреч, друзья!